В гипермаркете много сладостей с необычным вкусом. До Нового года 3 дня. Кто еще раздумывает над подарками? Универсальный вариант – это конфеты и шоколад. Ирина Руснак продолжит. Шоколад в подарок на Новый год. У такого выбора нет минусов. Сейчас многие не хотят захламлять пространство сувенирами, а съедобному презенту будут рады. А во-вторых, шоколад универсален. Дарить можно коллеге, другу, ребенку и близким людям. Самые популярные – конфеты в коробках. В гипермаркете ассортимент сейчас под 100 наименований. В широком ассортименте российские, молдавские, это, естественно, любимицы всех. Есть Украина, есть интересные варианты для подарка. Конфеты – готовый подарок, причем упаковывать дополнительно ничего не нужно. Под елкой может оказаться храбрый щелкунчик от литовской фабрики «Пергали» или вот такой сладкий набор для юного футболиста. Чтобы в коробке шоколадных конфет каждый нашел для себя что-то приятное, стоит взять, к примеру, ассорти. Как правило, в наборе идут конфеты из молочного и темного шоколада, дополняют все фруктовые начинки. А если хочется чего-то необычного и изысканного, можно рассмотреть вариант от российской серии «Вдохновение». Здесь конфеты с фисташковой, кокосовой начинкой и трюфельным кремом. Набор конфет можно дополнить бутылкой вина или фруктами. Подарочный пакет от украинской фабрики «Бисквит-шоколад» уже в комплекте. В Гипер сейчас и много новых шоколадных плиток. Есть наборы с любимыми начинками или с необычными вкусами. У нас появился шоколад «Пергали» со вкусом пармезана, лаванда и для любителей цитрусового. Есть интересный вариант для подарка чисто отдельно. Это можно подарить как маме, подруге, коллеге. То есть большая плитка шоколада. Это тоже новинка, новогодняя серия. Сладкое – это не всегда вредно. Классический черный – от российского концерна «Бабаевский». Немного разбавит горечь лесные ягоды и манго с лимоном. Один из лидеров по разнообразию начинок – шоколад «Милка». Здесь и лесной орех, миндаль, клубничный и кокосовый крем. Есть соленый крекер, «Милка» с кусочками «Орео». По размерам тоже есть из чего выбрать. От стандартной плитки до вот такой большой шоколадки в 300 граммов. Есть варианты специально для маленьких сладкоежек. Такую мини-милку можно съесть самому или поделиться с другом. И, наконец, не обязательно покупать готовый сладкий набор. Собрать конфетный подарок можно самим на любой бюджет. Любимая всеми «Букурия» – на месте классическая коровка. Большой ассортимент и самых популярных у наших покупателей конфеты от российской «Славянки». То есть, допустим, мы можем собрать вот из «Славянки» – это любимые «Левушки», естественно, для всех конфетки. «Степ» – разные виды, вот достаточно объемная и вкусная конфета. И также добавить, кто любит птичье молоко, можно из другой фирмы добавить птичьего молока. Вот вполне маленький подарок. Для тех, кому нельзя шоколад, или для малышей, берем более полезные желейные или мармеладки. Еще вариант для детей – конфеты в виде разных фигурок, машинки, животные и новогодние персонажи на выбор, чтобы Новый год был как можно слаще. Ирина Руснак и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.